Ветерище, ветерище сильный. Сегодня будет целый день похолодания. Ну, в принципе, снег опять растаял. Вот такая вот погода в Огайо. Флаг туда-сюда. Деревья. Нокса. Вот погода. Сейчас, на понимаю, белочка вот в это дупло она. Дерево сломалось в прошлом году от урагана. А гнездо как бы осталось. Она, видно, там живет, в этом гнезде. Вот сейчас она в него лазила. И вот смотрите, плющ. И он как бы обвивает деревья. Вечно зеленый такой стоит. Вот такая погодка. Сейчас минус 6, но по ощущениям что-то минус 12 или 16. В общем, из-за ветерочка. Ветерочек дует. Где он? Вот. Ветерочек. Вот такая погода. Все с него. Наша елочка. Наши игрушечки стоят. Снежок. Холодно, снег, и белочки сразу на кормушечки. Так, напряглась, что я подошла. Оникс еще тут. Оникс выглядывает. Скажет, так, белочку он тоже видит. Вот. Вот такая вот погодка. Опа, сорвалась. Ну ничего. Прибежит яркие, ой, белки-акробатки. Белка сидит на кормушке.
меня видит, поэтому не торопится. Еду обсматривается, безопасно или небезопасно. Ну давай, кушай. Птички тоже рядом летают. На кормушечку хотят сесть, но белку боятся.
Друзья мои, привет! 9 декабря. Я до сих пор в Огайо. В Алма-Ате волнение. Вылететь не могу. Аэропорты не работают. Ну вот. Снег весь растаял. О, Оникс увидел белку, побежал. Весь снег растаял. Все, вода стоит. Вот эта левая кормушка. Белки все съели. А направо им слишком скользко. Ну, птички лакомятся. Надо вот насыпать. Оникс пошел нужду справлять. Вот, погода где-то плюс 4. Но ветерок дует. Вон, видите, флажок-то наш, барометр. Вот ветерок дует, поэтому как бы похолоднее кажется, но все равно плюсовая. Ночью будет минус, наверное, лужи-то замерзнут. Вон лужа стоит, вот так. Вот, кстати, гибискусы садовые. Обрезала в этом году, в прошлом году, вот сейчас хорошо видно, в прошлом году обрезала вот так. А в этом году чуть-чуть, чтобы они распустились. Но они кое-какие боковые дали. Я не стала их пока обрезать. Не стала. Думаю, пусть крепнут. Пусть крепнут. Хочу, чтобы здесь погуще было. Летом немножко как бы тень от, ну, с западной стороны. Вот Оникс наш. Чё ты, Оникс? Ага. Ох, холодно, я в футболочке вышла, в футболочке. Вот коврик мой гниет. Ну, он, конечно, еще не сгнил, но вязала в прошлом году, год назад. Даже на стенке висел на шеде, а летом девчонки сняли. О, мхом, видите, как покрывается из-за влажности, из-за влажности. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда.